Добрый день, дорогие. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Недавно мы снимали ролик по поводу предложений улучшения колдоговора ГУП Петербургского метрополитена профсоюза Роспромжел. Вот. Сегодня мы хотим вам сказать, что эти предложения будут выпущены на бумаге, и будем мы собирать подписи по поводу этих улучшений, чтобы еще больше наших товарищей знало об этих улучшениях. Люди уже об этом знают. Какие-то предложения уже, будем говорить, что будут включены в жизнь. Например, вот предложение об значках по поводу пробега и, соответственно, денежном эквиваленте. Вот обещали нам, что вот уже будут они в следующем коллективном договоре, они будут уже работать. Так что какие-то продвижения есть. Вот. Значит, не просто так мы работаем с людьми. Так что сейчас будут распространяться вот эти бумаги, будем ходить и разговаривать с людьми, рассказывать о колдоговоре, потому что многие вообще не знают, что такое колдоговор. Многие говорят, нам ничего не надо. Ничего, ребята, все будет, на это надо, все это интересно. Никаких вот в этом страшного ничего в этом нету. Это необходимо. И Трудовой кодекс, собственно говоря, обязывает, можно сказать, работников носить изменения, да, не то, что... коллективный договор. Да. Это закон, так сказать, закон, по которому живут работники и работодатели в условиях производства. То есть, если не будет изменений в колдоговор, значит, там все хорошо, не нужно ничего изменять, улучшать, соответственно, ничего не нужно. А Трудовой кодекс от нас не то, что он поощряет, а он буквально требует от работников работать над коллективным договором, вносить туда изменения. А тут ничего криминального нету, тут никаких криминальных приложений никто не предлагает. Все в соответствии с Трудовым кодексом и уставом, кстати, прошу заметить, уставом профсоюза Роспромжел, которым... законодательством Российской Федерации. Да. Понимаете, с уставом. Просто многие даже устав как бы не смотрят, как бы, и там написано конкретно, что профсоюз должен предлагать колдоговор улучшения, должен, обязан. Олег Викторович, а не подскажете, вот за внесение предложений к руководству профсоюза, вообще это вменяется в вину работникам как-то, как вы думаете? Ну, вообще-то, как бы, законодатель никто не меняет вину, но, знаете, какое-то есть давление, что, как бы, вот не говорят, что ни в коем случае, вот что, не надо, там, вот, лезть вот в эти дебри, мы там... Возможно, есть свои причины на это, но я просто о том, что в вину это никому вменить невозможно будет для работника. Конечно, нет, естественно, просто не надо, я еще раз говорю, я уже говорил об этом ранее, не надо бояться всего этого, понимаете, но... Жизнь такая, что как бы надо стараться улучшить наши условия труда, понимаете, чтобы было еще как бы лучше. А говорить, вот у нас есть, нет, у нас неплохой колдоговор, никто не говорит, что есть, бывает и хуже. Но чем лучше он будет, я думаю, что это будет лучше для предприятия, для сплоченности работников и для улучшения вообще как бы обстановки в коллективе, понимаете. Вот и все. А как же насчет того, что у нас есть подвижки, но мы еще можем эту ситуацию, чем нас будет больше, тем ситуация быстрее сдвинется с места. Ну, я как бы говорил об этом. Тем будет лучше прислушиваться руководство. Конечно, конечно. Главное, чтобы люди знали, и, как говорится, знание – сила. Такой старый лозунг, хороший, понимаете. Кто, человек, который не образован, как бы, не знает чего-то, его легко запугать, закрутить, обмануть, понимаете, как бы, как говорится, в России говорит, на кривой кобыле объехать. То есть нужно людей посвящать, чем мы будем заниматься, объяснять. И то есть получается, как уже небольшое количество рабочих известно о колдоговоре в принципе и о изменении. Да, конечно, известно, конечно. Сейчас идут люди разговаривают, я слышу, как бы это. А получается, чем больше будет информировано в этом работников, тем быстрее прислушается руководство. Главное, чтобы к рабочим. И быстрее прислушаться, конечно, хорошо. Главное, чтобы правдиво информировали, понимаете? Чтобы не только как бы я информировал об этом правдиво, понимаете? Но и работодатель как бы не вставлял палки в колеса, понимаете? А то я говорю одно, а мне говорят, да нет, это незаконно. Почему? Все улучшения в колдоговоре абсолютно законны. Улучшения никто же не предлагает ухудшить Трудовой кодекс. Так что, если вы так смотрите нас внимательно, то, господа работодатели,
Давайте мы тоже будем работать как вместе. Вот вы с своей стороны будете рассказывать, какие улучшения, а не какие там ухудшения у нас. И тогда будет коллектив, будет дружно жить. Никаких не будет таких непоняток там, ни... что-то еще, непонимания каких-то. Вот как бы вот это главное сейчас. Будем распространять, будем говорить об этом. До новых встреч. До свидания. До свидания.